Кто там? Я это. Что тебе? Зачем это ты? Зачем? Тогда, ну, помнишь, у реки? Уходи, Тавров Петрович. Ради бога, уходи. Ведь ты седой. Считать с измальства седой. Я Федю жду. Уходи. Снег, однако. Снег, говорю, однако, завтра упадет. Чего надо? Мимо шла. Простите уж. Видела, как занавесочки одергивали да задергивали. Ступай домой, сейчас приду. Фрол, опомнись. Я сказал, ступай. Фрол, опомнись, что ты делаешь? Ты. Ты-то что делаешь, а? За что ты меня корешь? Что я делаю? Ты с мужиком всю жизнь прожила. А я не знаю, как мужская пропотевшая рубаха пахнет. Ты-то это знаешь. Занавесочки, говоришь, задернули. Ну, задернули! Чтоб любопытные глаза не пялили! Да вот еще дверь забыли закрыть, да на стол собрать! Клавдия! Подумай, чего говоришь! Прости меня, Саша. Ну, что ты, Богу? Что ты, Глашенька, и ты? Ты прости меня. В кармане маленьком моем есть карточка твоя. Так значит, мы всегда вдвоем, моя любимая. Так значит, мы всегда вдвоем, моя Слышь, Клавдия, на минутку тебя. Люди ведь. Я вот чего хотел. Слышь, Клавдия, приду я к тебе сегодня вечером. Не надо. Да я и сам знаю, что не надо.
слышишь? Небо утечку давать стало. Теперь снег валит, а осенью дождь все лил. Вот теперь из-за тех проклятых дождей скоро скотину будет кормить нечем. Подчистую все выбрали. А из-за реки-то сено вывезли? Эх, хватился, давно вывезли. Плохо дело. Эй, фрол. Чего? Говорят, ты подклажка Морозова того сенца стелишь. Ну-ка, повтори, чего это там подклажку того? Вот я говорю, сомневаюсь, говорю. А он, говорит, сомневался, Данила пока дочь не родила. Да кто он-то? Илюха Юргин. Илюха, говоришь? Эй, что? Ну, проклажку-то Андрону слов наболтал. Ну, не молчи ж ты, Кикимора. Устин Мороз, что ли, сказал? Догадалась, болтелочка, зачем хозяин в сарай зашел. Да уж поздно было. Было. Сено-то. Сено-то где сумел накосить? Сумеешь тут. Все лето, как каторжник, под дождем гнил. Как каторжник. Нет, хоть не ври. Вот что, сам допер. О том, что ты, Илья, юродивый, на руку нечист, давно об этом догадался. Ишь ты, погодку-то какую выбрал. А как же? Ищи, свищи, и след не найдешь. И след не найдешь. Хе-хе-хе, тоже сыщик нашелся. Откуда Юрген сен-то привез? Так ты зайди вечерком-то к Клаве, а? Хорошо, зайду. Ну? Да выкоси лопушку-то осенью где-нибудь. Всем разрешалось. Не видел я его осенью, чтобы он с литовкой ходил. Ты не видел, другие видели. Понял? Ну, сходи, скотин, напои. Слышь? Чего это она? Из заклажки, что ли? Послушай, Устин. Откуда ты знаешь? Чего я сам еще не знаю? Дурак ты. Прав, дурак? Ты только подумаешь, а я уже знаю. Понял? Старые мы с тобой, фрол-то, старые. Давай уж остатние дни-то в дружбе доживать. Зачем приходил-то? Да вижу, задумываться ты стал.
А думать тут нечего. Одной веревочкой перевязаны. Накрепко. Ведь дружбе нашей 20 годков будет, если не больше. Так-то вот. Ты что, курица, царь? Не мог ночью привезти? Так, может, я свое привез? Сейчас я его снежком раз и все. Ты дождешься. Тебя за задницу раз и все. А ты погоди. Не передразнивай. Послухай, чего я скажу. Ну, говори. А ну? Смирнов, редактор, тобой интересовался. Пытал Большакова. Кто был такой Устин? Да, деда. Чуешь? Чуешь. А ну, хоть и так прикинь, хоть едок прибрось. Меня хоть тут и за придурка считают. Может, и ты тоже. А я вот и соображаю. Да? Ну, соображаю я. Ай! Ай! Ну что, много насоображал? Вот мы с масштабами сюда приехали. А чего достигли? Ну, Захарки жить подпортили. Не ори. Сено, вот бричку я украл. Украл. Ну, а дальше чего? Чего такого великого свершили? С Наташкой ты и то не смог. Егорка из-под тебе вывернулся. Теперь вот Фролка, вот-вот, Варька. А ты, я вижу, провидец. А как же? Курица! И та чует, когда хозяин курятник за яйцом пришел. Смирно, говорю, того и гляди, загреми под фанфары. Илья, ась. Ты вот что, брось помирать-то раньше времени. Сегодня у нас... Там в клубе отчетно-перевыборное собрание. Скажи, мол, надо менять председателя и выдвини мою кандидатуру. Ты что? Делай, как я сказал. Да кто меня послухает? Знатный доярки, привет. Не приставай, чубатый. Возьми за компанию с козлом. Здравствуй, дядя Захар. Здравствуй. Раздервут когда-нибудь девчат твой чуб по волоску. Так ведь каждый нужно что-нибудь на память оставить. Ну уж пожертвую. Ох, Митька, а что если они вслед за чубом головенку твою оторвут? Вот я и прикидываю, дядя Захар, как бы мне чуб свой тут в руки одной подставить. Тогда пусть рябит каждый день, мне не жалко. Жениться, что ли, надумал? Да вот с годик морально почищусь, тогда уж решу. О, кто приехал? Газетному писателю Пламенный привет. Здравия желаю. Пойду чиститься. Здравствуй. Здравствуй, Петр Иванович, здравствуй. Слушай, что-то частенько ты стал к нам наведываться, а? Работа, понимаешь, такая. То уполномоченным по заготовке мяса, то сбор шерсти обеспечить обязан, то проценты по сбору яиц. Газет совершенно заниматься некогда. А сейчас к нам на собрание? Да. Пока на собрание. Помнишь, Захар? Я тебе про Фомичева говорил, что Федора в Усть-Каменке убил. Следы его к вам ведут. Зеленый дол? Зеленый дол. Не верится? Да. История. Прямо обухом. Огорошил ты меня, Петр Иванович. Вроде я всех своих наперечет знаю. Ты скажи,
Кого подозреваешь-то? Пока не могу сказать. А вдруг ошибаюсь? Это настолько чудовищно, что трудно поверить. Понятно. В общем, я думаю, вопрос ясен. Кандидатура у нас, так сказать, одна. Захар Захарович! Общая! Захара! Кто за Захара Большакова? На глаз считать нечего. Есть другие предложения, товарищи? Вот Илюха хочет высказаться. А, ну давай, Юргер, высказывайся. Мы тут, а... Мы тут, я в общем, предлагаю на председательское место всем нам известного бригадира нашего... Устина Морозова. Сомневаюсь. Вот это да! Ай да купи-продай! Что это? Нет, чертовщина, честно. Тоже, Устин, Устин председатель. А я сомневаюсь, вот и все. Сомневаюсь я. Это честно, Устин, я сомневаюсь. Люди... по-разному высказывается. Ведь кто как думает и кто как умеет. За умение тут не спрос. А за ум каждый в ответе. Ну, а если у него ума нет, если у него голова не с дыркой, а свистит. Ну, усти! Нет, как это могете? Сиди. Голова свистите, сиди! Ты высказался? Высказался. Ты думал, что за твое предложение тебе в ладоши бить буду? В панфары! Панфары! Ну чего ты уставилась-то? А я так думаю. Не след нам председателя-то менять и на дюжину таких, как я. А то он, цыган, на себя пенял, что часто лошадей менял. Еще б малость, одна уздечка осталась. Ну, ладно. Не артист. Ну, все ясно. Морозов дает себе самоотвод. Какие будут предложения, товарищ? Удовлетворить просьбу. Ну вот, Усин Акимович, просьбу твою удовлетворили. Итак, товарищи, вновь большинством голосов председателем избирается Захар Большаков. Извините, товарищи. Товарищи, переходим к следующему вопросу. Разное. Ну что? Уйди ты. Все, подохло. Надо было прирезать, пока она дышала. Лежали, глядели, да вовремя, понятное дело, накормить не успели. Хватит, мужики, давайте ее из коровника-то. Асфальт собираемся делать, а скотина от бескормицы дохнет. Черт его. Да нече языком-то сорить. Егор, возьми веревку да насани. Где веревка-то? Егор, вот, давай. Туда. Ак на свисать надо. Ну, погоди, опишу. Нет, давай, зажай. Поднимай. Вот так. Осторожней. На, вот тебе конец. Возьми, пошли. Беру. А заход-то берет. Ну, давай. Можно только все разом. Поехали. Давай. Мануй. Раз, два, взяли! Раз, два, взяли! Раз, два, взяли! И еще взяли! Доброе утро, дядь Захар! Газетному писателю привет особо! Зайдем-ка. На чего смотришь из-под лоби? Куда это ты сено собираешься везти? Ну, на
базар, допустим. Сенцот нынче играет. Так я и подумал. Ну, раз догадался, в чем разговор. Сено мое, сам знаешь. Не краденое, накосил. То ж как хочу, так и поступаю. Пойдем, Захар Захарович. Ой, гости у нас во дворе. Что ж ты мне не сказал? Захар Захарович, в дом проходите. Ну-ка, не мозоль глаза людям. Шла в избу, ступай. Пойдем, Петр Иванович. Нашел же время, когда сеном торговать. Ох, попадись он мне на фронте. Я б его... Между прочим, с фронта Курганов пришел полным кавалером ордена славы. Черта не понимаю. Просто заколдованный круг какой-то. А ведь ты знаешь, Петр Иванович, я его после войны хотел сразу бригадиром поставить. Ну, что ж помешало? Пустяк. Не захотел он. Так с усмешечкой мне и сказал. Благодарствую. И без вас есть, кому меня в люди вывести. Вот до сих пор хоть убей, не могу понять, что он этим хотел сказать. Я этого вашего фрола в газете так пропечатаю. Так я прошу тебя, Петр Иванович, ничего не пиши. Не понимаю. Ну, во-первых, сен в конце концов его. Ну? А во-вторых, так оно будет лучше. Объяснить не могу. Ну, чутье, что ли? Надеюсь. Вот чувствую, не любишь ты его. Не любишь, а защищаешь. А? Захар. Понять трудно. Объяснить еще труднее. И жизнью своей я обязан Курганову. И несчастьем своим тоже Курганову. Вот так. Да. Ладно. Ну, Захар, как с кормами думаешь выкручиваться? Вечером соберем правление, посоветуемся. А что, если попросить наших людей выручить колхоз из беды? Пусть поделится сен. Для себя-то ведь каждый накосил. А? Верно. Густин Акимович, свою скотину всегда найдут, чем прокормить. Как? Все равно ведь некоторые, вроде фрола Курганова, продают. Спекулируют сеном. Да я сам готов колхозу центнер другой привезти. Но ведь, Захар Захарович, как бы нашу просьбу-то за приказ не посчитали. И пойдет молва по району-то. А ты пояснее не можешь? А что ж яснее? И так яснее ясного. Скажут, что у людей колхоза рассвет, сено отбирают. Ну, как хлеб когда-то. Это что, Устин Акимович? Ну, а что? А что? Я к тому, Захар Захарович, что надо обдумать все, а не директивы. И правда, что нам зря? Верно, зря-то людей идет. Да, конечно. Все это еще обмозговать надо. Ну, погоди! И где председатель? Да где он? Фронтка набузовал, а нас тянет, а? Лишись выдумали, у меня и так свой скот нечем, понял? Ты подожди кричать, что случилось? Неблагодетель я вам, вот что случилось, сидерется за грудки, тянет. Да фрол на ферму у вас своего сена привез. Свое, свое. Ну и стал вываливать его. А купи-продай думал за деньги, стал ему деньги предлагать. Да еще цену выяснять, чтоб с колхоза побольше содрать. Вот фрол и послал его куда подальше. И правильно сделал. Врешь? Нету у меня сена. Нету. Из-за чего придумал? Нету у меня сена. Нету.
Ну что, Устин Акимович, жизнь сама порешила, что делать. Значит так, я думаю, мы объясним людям, и пусть каждый поступит так, как ему совесть велит. А ну, мужики, пошевеливайся! Для чего, бабоньки, вы сами принимайте веселей! Кидай, кидай, мы тут управляемся! Вон сколько народ колхозу сено отвалил, только принимай! Кидай, кидай! Ну, Клавка! Поворачивайся! Меньше болтай! Витька! Убери с дороги сент, мы поближе а? Подъедем. Дорогие, Марья, слазь сюда! Что такое командир нашел? Не берись! Давай-давай! Эх, Митька, и злой ты на работу. Весь в отца. А ну, бабоньки, давай, Клавдия, помоги, помоги! Принимай, принимай! А то побереги силёнки! А то танцевать в клубе будет не с кем мне. О, черт, давай, Мишка, давай, давай. А что ты такая ядная, Мироновна, а? Ничего, сама напросила. Мужики, дружней, завалим баб. А, каянная, Иришка, не сдавайся, давай, давай, двигайся. Принимай. Дьявола. Да не так шибко-то, завалишь, чубатый черт. Работай. Ну как? Ты вправду завалишь? Что, устал? О! Устанет он. Не кисни! Да потише ты, Митяй, завалишь! Он и без просьбы сейчас на четвереньки припадет. Вилами махать, не языком трепать. О, коровья воспитательница. Кажи ладони. Ну, кажи, кажи. Что, боишься? На, на, смотри, склозуб чубатый. Насколько я понимаю, в медицине это действительно мозоль. Ну ничего, у других бывает и хуже. Хуже. Ну и мозоли. Ну и что? А ты? Ты... Вилами махать, не коровью шерстку гладить. Ну хватит, перекур. Мужики, кончай работу! Перекур! Мужики, перекур! Пелагея, Кинька! Держи! Ах, спасибо! Ну, не реви, не реви. Пошли обедать. Отдохни, бабка! Ты чего? Почему он такой? За что он мне так? Да любит он тебя. Гляди-ка, пахнет. Нет, нет. Нет, не любит он. И ты его любишь, Ириша. А разве? Разве она такая? Она всякая бывает. Я думала, что цветы цвести это время будут. И рассвет будет, голубой-голубой, и птицы поют. Глупенькая ты. А может быть, пасмурный вечер, речка, дождь, а вместо цветов стиранное белье. Как ты думаешь, полюбить я могу? Ты о чем, Клаша? Ой, дура я. Да ты меня не слушай. А где наши мужики-то? Мама, спина разламывается. Коров-то целое утро доила.
жалеете? Молись. Молись, замаливай отступ свой. Да какой отступ? Я сроду слова не давала. Там, пока не очистится душа твоя. Чего выдумала? В клубы их не бегать. Греховное гнездо. Не только Егора, но и Анисима внучку избегать мне будешь за версту. Батюшка, освящите меня от нее, я целых 2 часа на коленях стою. Сейчас. Беги на скотный двор. Там внучка этого Анисима Шатрова и Митька Курганов. Поняла? Батюшка, зачем тебе это надо? Я не пойду. Батюшка, боязно мне. Ну зачем ты меня заставляешь его подразнивать? Ведь доиграемся мы с ним. А тебе что, не все равно? Он ли? Егор ли? А вдруг Егор про Митьку узнает? Боязно, да? А как мать в подпол посадит грехи замаливать, пострашнее будет. Ну, иди. Иди! Да улыбку-то на рожу одень! И чтоб Шатрова-то все видела! Так, Устин, так. Отстанет теперь эта девка от Варьки. Так. Так, так, так. Как бы нам самим-то не пришлось грехи замаливать в этом подполе. Ты чего? Да ничего. Вон, а, едут. Стой, стой. Повез, да? Сено повез. Сынок, откуда? А ты и не знал, что стажки под снегом стоят. Не гноить же их, когда скотину кормить нечем. Как ты заговорил. Но! Изменился ты, Егор. Старых дружков-приятелей чураешься. Война всех изменила. Не знаю, как ты, я, знаешь, в таких передрягах побывал, что... Словом, всю дурь мою прежнюю из башки вышибла. Дурь? Угу. Это хорошо. А память у тебя не отшибла? Сволочь же ты, Устин. Возможно. Один ты у нас в благородных состоишь. Вон. Все в армейских брюках ходишь. А слышал я, в женихи настраиваешься. А на что будешь жить? На трудодни тощие. Но. Егор, ты... Стой! Ну, гляди, Егор, я гляди! Ну! Не болтай лишнего-то! Эй, Устин Акимович, ты что, не с той ноги встал, что ли? Вот это вот, помощница! Не то, что некоторые. Давай, Варька, давай. Веселее, веселее, Варюха. Оп.
Помогу? Вот еще, я сама. Одарная ли, Варька? Ну, чего особенного? А дай-ка я тебя поцелую. Для вдохновения. Ты что? А что? Дура! Тут же вилы. Спасибо. Не знала, что такое красивое имя есть. Ирка, ну я же... Отойди. Без меня тут обойдутся. Подумаешь, принцесса Зеленодольская. Думает, побегу. Извиняться. Гляди, как тебе вправду извиняться не пришлось. Кому? Мне-то? Тебе-то, тебе-то. А я вот на Варьке женюсь. Сегодня же сделаю ей предложение. Ты что? Егор! 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 Ну? Откуда? Из лесу. Ну-кась, отойди. Филимон, знаешь, мы думали, сугробы стоят у кромки леса в пихтовой пазе. А там, понимаешь... Откуда сено? Какие сугробы? Что стоит? Так сено! Стажки под снегом-то! Где? Чё так... делает? Чё делает? В колхозе из сена не проворот. Они у людей отымают. Эх, умники, разумники. Устин, я ж тебе говорил, чтоб ты глянул в пихтовой паде. Чего же ты? Ну вот, я виноват. Мы ж с тобой вместе посылали вон Егора поглядеть. Егор, Кузьмин! Эй, Егор! Ну-ка, поди сюда. Ты же смотрел в пихтовый паде. Ну, не заметил я тогда под снегом-то. Ну, вот, и верь ему. Погоди, погоди. То есть как-то не заметил? А теперь зачем поехал? Ты что, за дураков нас считаешь, что ли? Фрол мне сказал. Фрол? Угу. Он вчерась по тайге лазил на лыжах. Ну и натолкнулся. Три, говорит, стога под снегом стоят. Был и четвертый. Да его недавно кто-то разворошил. Ничего не понимаю. А чего не понять? Три стога за кромкой леса, с дороги их не видно. А почему бригадир забыл, где ставили, это уж другое дело. Захар, Захар, чего кричать-то? У меня тоже не сотни глаз. Вопрос задавать куда легче. Это пусть милиция решает, что легче. Ты милицию, знаешь, не приплетай. А ты как думал? Три стога в такой трудный год, это тебе не шутка. Так разбирай. Будь спокоен, разберемся. Ошибусь, прощения попрошу при всем народе. Фрол, зайди-ка сегодня вечерком в правление, поговорить надо. О Клавдии я хотел тебя спросить. О Клавдии говорить не собираюсь. Да и потом, в конце концов, какое тебе до этого дело? Всю жизнь я прожил один. А теперь нас будет двое. Хоть 5 или 10 годков мне по земле осталось ходить. Но нам для счастья этого хватит. А Митька? У парня и так мозги набекрень. Да знаю, знаю, что шалопай растет. Да ежели я ему скажу, Митька-то поймет. Вот Степанида. Сам себе жену выбирал. Сам? Что, ежели не сам? Ну, я-то знаю, что не отец с матерью тебе ее сосватали. Знаешь. Ничего ты не знаешь. Большаков слушает. Да слушай, Иван Сидорович, милый ты мой, да... 10 раз я тебе говорил, не мое это хозяйство, в МТС звони. Ну, ладно, ладно. Ну, хорошо, позвоню я сам. Слушай, Фрол, ну, давай поговорим спокойно, а?
Ну, чего нам друг перед другом-то вилять? О чем поговорим-то? О смысле жизни. Ну, доколь ты своим скоморозством будешь душ словно навозом-то прикрывать, а? Ну, хотя бы о смысле. Да черт ей разберется в смысле-то. А может, все-таки поговорим, а? Зачем, Захар? Я ведь, может, всю свою жизнь прожил не так. Не так, как хотел. Клавдия, здорово! Привет! Пойдем с нами в кино, а? Ну, да пойдем, с нами сильнее, пойдем, пойдем! Ну что пойдем, вы прискали, пойдем, пойдем! Так вот, я подсчитал, если собрать всю силу женских пощечин, то затраченную на это энергию можно использовать, чтобы взорвать вот эти вот прекрасные горы напрочь. Тебе точно говорю. Промерз я. Сегодня Клавдия у Захара была. Он говорит, что не надо. А я вот пришел. Ты уж на меня, дурака старого, не серчай. Ушел все-таки, фрол. Издеваешься? Думаешь, прибежала, как беда с ней? Вот и прибежала. И плачу, вот. Проходи, садись. Успокойся. Ты иди, Миш, к себе. Иди.
Плохого ты советчика выбрал себе, Стеш. Так мне и надо, дури. Ведь знала все, чем кончится. Все эти годы знала. Правду люди говорят. На чужом горе счастье не построишь. А ты-то один все. Вон сколь баб вдовствует после войны. Неужто никого не мог найти? Ты уж прости меня, Захар. Неожиданно, говоришь, Устин с фронта пришел? Без всякого известия явился. Пестемей так ахнула. Интересно. Ну, как он в первые дни? Ну, говорил, что рассказывал, как он там на фронте воевал. Он с Мурной в контору пришел. Потом целую неделю не объявлялся, в дому сидел. Ну, ему каково о гибели сына узнать? Такой парень был видный. Тяжело, конечно, что и говорить. Я вон, когда на дочку извещение получил, думал, все, не выжил. А тебе для чего все это? Для книжки, что ли, все собираешь? Это я для ясности. Потом что было? А? В работе Устин потом отошел маленько. Пришел в себя. Вот. А сейчас, видать, он опять душою мается. Чего же он мается? Ты чего? Пошаливает? Обойдется. Ага. Ну вот, я не знаю, почему Устин такой. Может, он раненый, с железом в сердце приехал. Ты знаешь, я вот все думаю. Сколько металла в людях сидит. Ото всех войн. С гражданской, с финской. И вот после этой. Да если собрать все железо, это ж какой мост можно через вашу реку построить? Что же вы сидите? Сейчас концерт из Большого театра передавать будут. Здравствуй, Ариш. Ой, извините, здравствуйте. Ничего, ничего. Ну, давай я за тобой поухаживаю, вот так. Петр Иванович, вам опять плохо? Дедушка! Ну, вот, я ему говорил. Ну... Запейте. Ложись. О, Господи. Петр Иванович, вам нельзя завтра ехать. Есть слово такое. Нужно. Дурак, дурак, а дурак, ты меня слухай. С бригадиров тебе сняли, это ладно. Теперь смотри, Устин, как бы твою головешку в скорости не сломали. Уж я тебя однажды предупреждал. А твою? Дурак! Моей персоной пока никто не интересуется. Ну, моей тоже. Тоже! Да на варежку похоже. Захар-то в открытую милиции грозил. Смотри, загремишь под панфарой. Я ведь к чему? Дощечка через речку качается, качается, да придет, время обломается. Я хоть и в эту войну честно, в обозах проболтался. А ты-то, однако... Не ори. Не ори, говорю. Тут их хоть ори, хоть не ори. А ниточку от клубочка потеряли и где? Хоть в ту гражданскую войну, хоть в эту.
Да если она кому в руки попалась, потянут, за ниточку весь клубок размотается. Редактор этот всюду нос свой сует, всех расспрашивает. Ну, один дьявол! Только баба блудливая загодя этого Жени чует. Понял? Понял. Ну, смотри, а то я гляжу, ты и ухом не ведешь. Смотри, Устин, загремишь под панфары. Вот сейчас. Теперь Смирнов потянет ниточку. А может, уже догадался, что Фомичев и Морозов одно и то же лицо. Что он про Федьку знает? Что? Далеко потянется ниточка. Ох, далеко. О. Ну, где же он, корреспондент? Все понимаешь, тут на морозе, как барина. Дошел бы пешком, сам до станции не подох бы. Чего ты все злобствуешь? А с тобой, Фрол, у нас разговор особый будет. Ну что ж, давай поговорим. Долго думал-то? А в чем ты? Эш, ты не понимаешь. Сент на ферму привезти, сам догадался? Ну, не сам, так другие им догадались. А я не с других. Я с тебя по дружбе спрашиваю. Скотина ж дохнет. Ну-ну. Сам-то и тоже привез. А как же? Привез. Дурак сватается. Умному дорогу кажет. Что, и просташки под снегом тоже донести сам догадался? Или, может, что подсказал? Ну, че молчишь? Напрасно старых друзей предаешь, Фрол, напрасно. По одной плашке ходим, запомни. По одной. Что думаешь, я боюсь? Да ты не сверкай, гад, глазами-то не сверкай. Я тебе вот что скажу. Не знаю я, кто ты. Да вижу тебя насквозь. Смотри мне в глаза. Да ты что? Да... Давно ты мутишь воду здесь. Да только ведь Светлиху не испоганишь ведром помоев. Да ты что? Ты что, Фрол? Ты что сказал? Что слышал? Ну-ка. Да ты что, с ума спятил? Фрол! Фрол, ты что? Если ты только, гад ползучий, если ты только... Чего? Нет, я не пугаю тебя. Нет, я не пугаю. Но если ты только кому-нибудь... Возьми-ка лучше метлу, да смети вон снег с саней. Вот он. Тулупчик бы еще. Эй, тулуп еще!
а то морозится, не дай бог, за коленки долго. Ничего, не беспокойся, не замерзну. Мы давно тебя ждем. Ну, садись. Вот что, Петро, я все спросить у тебя собираюсь про сына, про Федора. Да все как-то не получалось у нас один на один. Мертвые-то лежат, им все равно. А у живых-то все дела. Дела. Ты мертвого-то его не видел? Нету, Синакемыч, не видел. Федор в разведке погиб. Может, могилку его знаешь? Рассказывали, что расстреляли его во рву. Там, где всех расстреливали. Понятно. А ты освобождал деревню-то ту от немцев? Не я. Батальон мой брал. Ну, понятно. Усть-Каменку. Усть-Каменку. Сам-то ты откуда родом будешь? Я-то? Да. Сам отвезу. Поехали. Ну, пошла! Где Захар? Он сейчас придет. А, Ров, договорить пришел? Да не об этом, Захар. Боюсь, беда случится. Ну, ну давай. Ну, пошевеливайся. Ну, а родом-то ты откуда? Устина Кимч. Ну... Так ведь и не ответил мне. Ну? Родина-то у каждого есть, да не каждый ее помнит. Гонится за нами, что ли, кто? Да нет. Кому тут гнаться-то? Волчишки, конечно, водятся, но они по ночам. Да ты не волнуйся, береги сердце-то. Вон, видишь, все, пилюльки глотаешь. Беречь надо такое сердце. Ну, пошевеливайся. Вот гляжу я на тебя. И вот никак не могу понять, уразуметь, что какая такая в тебе... Закваска, что ли? Но жить тебе, по слухам, осталось недолго. Недолго. Пенсию получаешь хорошую. Однако, вот какой такой проще смысл, ради которого ты... Да, черт, понимаешь, да? Слов не хватает. Сразу и не ответишь. Трудно. А вот у Федора твоего была, как ты говоришь, закваска. Хороший был солдат. А сколько хороших погибло, не нарадовавшись жизнью. Понятно. Вот чтобы не повторилось того, что с Федором, чтобы не было таких, кто на насилие и зло надеется. Ну, у нас сейчас все за мир. Сейчас-то все. А вот во время войны... Много было разных негодяев. Полицаями, старостами. У немцев выслуживались. Был один такой в
пусть каменки. Разбежал, сволочь. Жалко. Еще до наступления наших войск сбежал. Я потом был напал на его след, да опять потерял. Фомичев какой-то, родом из этих мест. А, Фомичев, говоришь? А, падла, блин, заснула совсем. Ну, повелись! Ничего, держись, полковник, скоро доедем. Ты куда едешь? Нам же сворачивать надо было. А ты, полковник, не лезь изнутри, чем кажется с первого взгляда. Наслышался я сегодня твоих речей обо мне. Рад был бы, чтобы я окочурился в дороге. Я знаю. Ну, давай, давай. Каждый вонюч в душе-то, если разобраться. Вот и я. Давай. Очком-то не прикидывайся, объясни. Тебе объяснить? Нет, это ты мне объясни, что ты роешься, как свинья под деревом. Чего ты все выспрашиваешь? Чего тебе надо? Он Анисим всю жизнь меня скрадывает, как зверя. Давай, докапывайся. Останови. Дай отдышаться. Отдышаться тебе? Сейчас я... Не успеешь. Понял, не успеешь. Ты просто сдохнешь раньше, не успеешь. Давай, давай. Сдохнешь. Сдохнешь. Но! Ну! А ты, полковник, пилюльку возьми, помогает! Ну! Гляди-ка, Захар. Стой. Останови. Жив. Дышит. Петр Иванович. Петр Иванович. Задержите его. Задержите. Ай, сядь!
Усима Кимович, а? И где так и нарезался-то? Варька твоя к Егорке ушла. Зачем? 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 Заедем, за Савом. Пойдут теперь девки, мальчики. Мальчики пойдут. Девки. Вот. Варька-то наша ушла. Сорвался я. Конец.